А? В смысле? Да подожди! Да как? Утюг с тобой, Глюк. Мы с тобой находимся в Баланс-Сити, мы опять строим упоротые города, которые периодически падают. О, нифига себе, тут какие небоскребища-то есть. До облаков можем долезть, там, наверное, тоже еще что-нибудь есть где-нибудь наверху. Ну, неважно. Короче, наше задание это какое здесь? Сделать небоскребы. Что-то строить с небоскребами. Вот наши заданьки. Если хочешь, читай, переводи. Я английский все равно толком не знаю, так что... Будем строить, что есть. У нас есть трущобы. Погоди, у нас есть трущобы. И что мне с ними делать? То есть мне... Я же не могу здесь рабочие места сделать. Мне нужно, чтобы до рабочих небоскребов, это же вроде рабочие небоскребы, да? Доставали вот эти домики. Так что ли? Я понял. Я понял, смотри, короче, что делаю. Я не знаю, сейчас сработает, не сработает. Что, нельзя? Я думал, типа, уронить туда небоскребы, чтобы, типа, ай, ребята, я вам работу притащил. Но нет, походу, это не так работает. Это, однако, жалко. И в то же время, как бы, наверх я тоже достроить не могу, видимо, да? А чё они от меня хотят тогда? А, всё-таки смотри, можно, можно поднимать так, смотри. Жилые кварталы достраиваются до туда, просто они, понимаешь, они ищут работу, им нужна работа, чтобы была работа, нужно прямо вот здесь навалить этих домов, чтобы обосраться прям можно было. Вот прям вот в огромных количествах просто. Оп, давай, о, во, хорошо, хорошо, достали, достали, сейчас будет все замечательно, смотри, вот так, а так, как ты умудрился упасть-то там? Давай вот здесь еще поставим, чего бы нет-то. Толкни офисные небоскребы на нижнюю платформу, написано. А как мне их столкнуть? Они, конечно, задачку задали, да. Я могу вот это вот снести, не? Не могу. Спихнуть их. Ну давай, вот так вот. Оп. О, смотри, пошло, 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 пошло. Давай, раз. Есть! Вот, ребята, вам работа! Твою мать, небоскреб полетел вот так. Ладно, хорошо. Попытаемся сделать по-другому. Ну ты сейчас распихивать как-то вот это все. Давай, 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 давай. Нет, не падай туда. Ну все, уже поздно, уже упало. Уже упало. По-моему, я всрал вообще все. Да, нет? Знаешь, что сделаем? Смотри, мы сейчас вот эти вот штуки уберем. Если вообще весь остров туда упадет, будет замечательно. Давай, давай, двигай его, двигай, двигай, двигай. Да, 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 давай, 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 давай. Падай вниз. Падай вниз, ёпта. Смотри, сейчас получится. Сейчас все сделаю. Давай, вниз, вниз. Ей, ребята, теперь у вас есть работа. Рабочие места теперь появились. А что теперь дальше? Нужно вот до этих, видимо, достать, да?
Офигеть! Жесткая миссия, вообще такой прям челлендж. Интересно, очень интересно. Построить город с популяцией более 500. Что-то там про нижнюю платформу выживи. В смысле? Подожди, я в смысле должен жить наверху, что ли, или как? Гравитация! Прикиньте! Ну ок. Мне нравится такая идея, смотри. Город, который будет вверх ногами. Это же здорово. Это же офигенно. Бэйнс. Ой-ой-ой-ой-ой. Бэйнс. Окей. А строить я должен, получается, вот обязательно с такого расстояния. Круто. Круто. Просто суперски. А удалить я могу? Да, я могу удалить. И поставить, например, вот эти вот, да? Я могу их поставить? Они не дают энергии здесь. Залетят, разбиваются, получается, и все. Короче, только обычные электростанции, видимо. Ладно, ну обычно так обычно, не страшно. Главное, чтобы все устояло, блин. Так, вот это мне не нравится, вот это нехорошо. Сейчас заново все отфигачим. Сейчас главное, чтобы еще, знаешь, там какая-нибудь Годзилла не приперлась. Как раньше у нас бывало. Припрется Годзилла, сожрет половину города. А нам потом решаешь, что с этой хренью делать. Во, уже неплохой город. 500. Популяция в 500 должна быть, это много. Даже деревья будут вниз расти, смотри-ка. И нам, походу, нужно будет достать до нижней платформы. Блин, кстати, это хуже. Это плохо. Смотри, просто нам тогда нужно ровно все делать, чтобы достать до туда. А чтобы нам делать все ровно, ну как бы... Я даже не знаю. Это тяжело. Что строишь ты с расстояния? Давай, допустим, вот так вот. Так, рабочие места. Офисы. Офисы. И тут то же самое. Офисы, офисы и офисы. В принципе, не так уж сложно. Можно это сделать вполне. Электростанцию только... Блин, а как сейчас электростанцию поставить, а? Придется, наверное, снести просто часть домов и поставить электростанцию. Это же я не смогу поставить ее здесь, да? Она не будет работать так. Ладно, снесем тогда часть домов. Вот эти вот три домика. Ставим электростанцию. Чпынькс. Готово. Хе! Хрень-то какая. Это было несложно. Достать до нижней, главное. Ух, вот это прям миссия, а? Какие классные миссии они здесь сделали. Прям в такое это. Ну не то, что прям запариваешься, но, блин, интересно. Они правильно, они же назвали это, что типа челлендж. Это челлендж. Действительно челлендж, то есть сможешь ты вот это. Блин, твою мать. Нет, 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 стоим. Стоим, пожалуйста, стоим. Не надо мне в небо улетать, вот это, пожалуйста. Вот их скрепить бы как-нибудь, да? Было бы вообще огонь. Бляха-муха! Опять шатун. Опять по шатун сейчас все. Все, убрали это нахрен, пусть так стоит. Можем, знаешь, что? Можем домики вот такие вот здесь маленькие поставить. Вот от них популяция больше. Хе-хе-хе-хе-хе.
Мы долезли практически. Ну все, смотри, мы здесь уже. Популяции, правда, не хватает все равно. А почему не хватает? А, электростанции еще нужны. Еще электростанции нужны. Смотри, вот так вот. Че, нельзя так, да? Ай-яй-яй-яй-яй, тихо-тихо-тихо, спокойно, спокойно. Ой, что-то полетело сверху уже. Блин. Ай-яй-яй. Мне нравится вообще летать. Здания такие с крыши прям. Ну не с крыши, а оттуда прям аж летят такие. Такие, уи-и-и. Полетаем. Давай элеватор зафигачим. Вот так вот. Оп. И оп. Ну стоит же. Стоит. Отсюда два домика. Раз. Ага, не выходит. Да нет, нормально, смотри-ка. Популяции, еще популяции надо. Еще больше, больше надо. Знаешь, что предлагаю? Сделаю сейчас это просто кустов дофига. Они, по идее, из-за этого должны захотеть сюда приходить. Тихо, ну ладно, хорошо, вот так тогда сделаем. Вот так вот вы будете довольны, надеюсь. Во, смотри, смотри, популяция растет как. Травка появилась, они все такие типа, о, круто. А, в смысле? Подожди, да как? Че, началось-то? Вот этого я не ожидал, слушай. Че за... Вот испытание-то, ты посмотри. Че творилось, а? Короче, пятихата доходишь, и они начинают падать. То есть сверху вниз. И тебе нужно еще устоять, короче, там. Понял? Это такое тебе... Да, задание, да. Ну, знаешь что, нам... Да, нам бы здесь как раз небоскребы, наверное, пригодились. Потому что меньше блоков, меньше рассыпается. Ну все. Сейчас мы должны упасть на нижнюю платформу. Почему мы не падаем? Эй, алло. Падаем на нижнюю платформу. Давайте, ребята. Вы что, с ума посходили? Сейчас, знаешь, что нужно еще вот здесь вот такую же штуку попытаться сделать. Не упадет она, наверное. Ой, нет, нет, я все сломал, нет, я хотел, чтобы она упала, как бы, чтобы когда она падала, она с двух сторон ударилась, и она не упала. Ах, как это жестко! Это потно! Это звездец, как потно! Я придумал другой план города. Он немножечко странный, но он может сработать. 484 жителя, мы вот-вот дойдем до... 500. Но что делать дальше, я пока еще не понял. Давай до 500 дойдем. А дальше, возможно, мы должны будем просто достать до нижней платформы. Чтобы нас сбросило вниз. Я, кстати, смотри, что делаю. Эти штуки, оказывается, можно поставить. Как бы, если они не ломаются, то все ок, они типа добывают энергии. Не знаю как. Но это работает. И все-таки, по-моему, вот эти штуки гораздо лучше будут. Хотя они тяжелые, да жопы. Они тяжелые, обосраться какие. Ой, что-то мне не нравится это все. Ой, не падай, не падай, не падай. Ну, пожалуйста, не падай, это плохо кончится. Все электростанции с одной стороны, это плохо.
Все. Вот так хорошо. Во, замечательно. Замечательно, стоим. Количество жителей, правда, немножечко не то. Сейчас мы все исправим, смотри. Просто нужно больше зелени. Больше зелени, меньше проблем. Ну не падай же ты. Они скатываются. 450. 450. Во, хорошо как, смотри. 460, что, все? Нужно еще? Ну ладно, окей. Вот так вот, раз, раз, раз. Ну почти, давай, еще один житель. Во, готово. Теперь наша задача только достать до низа, видимо. Но это несложно. Все, достали. Давай, падай. Падай. Падай, падай, падай. Пожалуйста, падай. Тут уже... Опа-па-па-па-па-па! Чё так падаем-то? О-хо-хо-хо! Стой, стой! Да-да-да! Вышло! Охренеть! Причем оно падает, а ты не знаешь, когда оно упадет, понимаешь? Оно падает в любой момент, практически. Офигеть. Ну ладно, мы на этом закончим. Так уж очень большая серия. Если тебе понравилось, ставь лайк, подписывайся, оставляй свои комментарии. С тобой был Глюк. Удачи тебе, Глюканавт.